Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Call of Duty по Вторую мировую войну, где у меня уже бомбит жопа. Вот. Фабрика смерти. После Ахена уже ничего не будет как раньше. Но мы наконец закрепились в Германии. Проход к Рейну открыт, и пути назад больше нет. Ни для кого из нас. Выбор сложности, новобранец. Да, ребят, вы можете мне говном блевать, но именно так. У вас взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тёрнер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ, когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню, это ударная сила для решительного броска к Рейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Прошло 3 недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла к Рейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент, дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй! Это здорово! Ого! Дэниел станет папашей! Она пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли, тупицы, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Вопрос, от кого она беременна? Возможно, от него, возможно, нет. Это дилемма. Не, ну он же не знает то, что от него, правильно? Да. О чем еще можешь поговорить, пока черный экран? Пока у нас идет загрузка. Не, ладно, ни о чем. Всем собраться здесь! Где Дэниелс? Ой. Дэвис говорит, идем. Понял. Пойдем опять убивать врага. Фабрика смерти. Хюрткенвальд. Хюрткен! Темный и почти неприступный. Наша задача — занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. Для слабаков задача может казаться невыполнимой. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Первыми пошли в контрнаступление и первыми перешли Рейн. Ничто не остановило нас и не сможет. Лейтенант, скажи им наш девиз. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Я не слышу. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Правильно. Готовьтесь выдвигаться. Долг зовет. Назад в мясорубку. Аминь, брат. Время 5 минут. Эй, Дэнни, вот так вот. Другом. Отнеси улицу поесть. Да, без наблюдений. Ладно. Где он? Вот, спасибо. Пойдем отнесем еду, пускай поест пацан. Расширение снабжения не справляется. Вот. Доброе утро. Да, добрый. А где он? А? На, кушай. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Огонь не прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо. Дай денег хворать. А что у нас второе оружие? Первый взвод. Пистолет. А почему у меня на единицу меняется оружие? Пистолет и пушка на единицу нажимается. А если я на двойку нажимаю, у меня на двойку не работает. Чё, блядь, с управлением? А чё, куда? А. Итак, наша задача уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. На первом этапе соединяемся у реки со вторым взводом. Затем выдвигаемся. Какого сопротивления ждать?
сильнейшего. Мост весь день переходит из рук в руки. Поможем удержать мост. Обязательно. Вот она. Дэвис собрал самую большую бронированную колонну в истории. Ха, если это не напугает краутов, я уж не знаю, что сможет. До Рейна еще далеко. Поэтому надо подавить орудие и спасти колонну. Держитесь, парни. Тут настоящая мясорубка. Эй, Зус. Старые раны от холода ноют. Когда моя бабка сломала бедро, то каждую зиму... Я похож на твою бабку. Если на то пошло, поцелуй ему мерзлый зад. Че, ему плохо? Лучше я бабку в зад поцелую. Понятно. Картинка, что надо. Глупый вопрос, конечно, задаю. Че, ему плохо или хорошо? Все ко мне! Господи, и так ни хрена не видно, и так все мыльно еще. Держитесь! Сволочи, все бьют и бьют. Скоро еще подойдут. Ладно, первый взвод, поможем ребятам. Подождите, отпишите пистолет. Установить линию обороны. Это что? Берите мины и готовьте пулеметы. Баркли, Купер, к мосту. Подадите сигнал, когда увидите движение. Надо укрепить оборону. Укрепляю. Ставить мины. Ставлю. Сэр, ну, я думал, мы атакуем артиллерию на высоте 493. Нельзя оставлять позицию без прикрытия. Отправимся к точке сбора, когда разберемся. Судя по воронкам, это будет нелегко. На войне они хоть ставятся? А то я их, может, выкидываю. Видите краудские зубы дракона? Нашим танкам тут не пройти. Да! Я уже все заминировал. Я хочу еще поставить минки. Нет. Ладно, давай. Я надеюсь, мины-то мои сработают. В тумане, крауты идут! Назад, в укрытие! Защитные позиции! Держать оборону! Огневые позиции! Я кого-нибудь убивать-то буду. Ни хера их там. О, неплохо. О, неплохо. Вылези, блядь. Все, понял, отступаем. Пошел, граната. Дай-ка мне. Дай мне, блядь, пулемет. Да, пулемет-то говно. Он вообще чуть никого не убивает. Раз. Два. Помоги себе сам. Раз. Два. Три. Я тебя заминирую тут. Лежи, друг. Замечательный. Огонь по этому танку. А зачем я здесь разбрасываю, не знаю. Пускай будет там. Ну что ж, танк, замечательно. Ага. Бля, где танк-то? Да иди ты нахуй. А вот это вот как? Ну и пиздец. Панцер разбит! Чё, помер? Они отступают! Сейчас я ещё позаминирую на всякий случай. Рейс. А, всё нормально. Всё нормально. Дэниел, иди сюда! Молодец, Дэниел! Я красавчик. Первый взвод, подходим ко мне! Мы идём, сэр. Разделимся на две группы. Пирсон, вы на север через мост и на холм. Я с отрядом вдоль реки, прикрою вас. Точка сбора у подножия холма 493. До встречи. Да, будьте осторожнее. А, вы тоже. Угу. Дэниел,
Есть. Надеюсь, мы не зря разделились. Если крауты перейдут реку, вся операция... Дай патронов. Поэтому мы и защищаем Пирсона с фланга. Ага, а здесь ноль. Как далеко точка сбора, сэр? Скоро будем у высоты 4-9-3. Надо просто идти вдоль реки. Странно, он мне кинул. Сначала ничего не пополнилось, потом кинул, пополнилось. Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Ну, с фланга, я как понимаю, отсюда. Впереди патруль. О, нормально. Хорош. О, Димка знает толк. Нужно воевать. Блять, что за снайперки-то у вас? Фейковые какие-то, даже не убивают врага. Так, а дайте мне панцерфаузер. Мне больше нравится. Вот это я понимаю, зашел. По-мужицки. Дай патронов, да. Нужны патроны! Дай патронов, сейчас смотри, как это делается. Меня дед научил. Смотри. Раз. Все. О, все! Ох! Нас заметили, пошли! Правда, что ли? Это ловушка! Нас, говорит, заметили. Ох, ёптую, побежали. А, здесь наш танк, кстати говоря. Налево, направо, блядь. Беги, мужики, беги. Да бегу. Нормально. Все, и мы в тыл врага, да, в кого-нибудь попали. Сдавай, Ред. Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Не сдавайся. Ни сейчас, ни потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. Боюсь. Мне не выжить. Ты должен, Ред. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Я в тебя верю, братишка. Пол! Пол! Встретимся дома, братишка. Рикс? Боже. Заметь, не осколками, да, а деревом именно. Посекло. То есть не осколками от мин, а именно дерево. Надо найти точку сбора. А можно сенсу нормальную? Блять, опять какая-то заниженная сенса. А сенса у меня нормально будет? А, все нормально, слава богу. Прошути, господи. А че он здесь прошутировал? А, его сбили. А? Вот черт! Нас должны были услышать. Действовать незаметно. А задача какая? Найти свой отряд, понял. В смысле, меня он что-то видит.
Да пошел ты нахуй! Дай стул. Мужики, сейчас подожди. Мужики, сейчас. Он такой же охуенный этот стрелок, как и я. Надеюсь, это все. Ой. А, это карточка. Ну, пойдем так. А что у нас там по патрончику? По пистику-то, по патрончикам по пистику. Не! Ты что, охуел? Так. Ну перезаряжай, давай, блин, господи, нажимаешь ускорение, он все, не может ничего делать. Тернер. Мужики, а вы что как бегаете? Вы какие-то странные. А кто их убивает? А, это наш убивает их. А может пистолет? У меня дед здесь был. Во. Это наших, да, под это подровняли? Идем. Точка сбора уже близко. Нашим парням это ты... помощь не помешает. Есть, сэр. Давай. Займись дверью, я прикрою. Да и у вас прикрывальщики такие херовые, знаешь. Вы как бы прикрываете, но что-то нихера не прикрываете. Все такое ветхое. Никакой защиты. Грауты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Видишь кого-нибудь из наших? Нет, сэр. Надеюсь, что не скоро. Надеюсь, они уже на точке сбора. А нам куда? Слышишь? Это вода. Видимо, река близко. Хорошо бы наши парни нашли, где укрыться от артиллерии. Мы их поддержим. Не волнуйся. Вот и река. Пойдем вдоль нее и выйдем с точки сбора. И... Ой, блядь. Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. Блять, за мной говорит. Мне жопу прострелили. Может лучше на пузе? Оно ему все равно. Ложись! Да я ж давно лежу. Ранил одного из наших. Проверь фланг. Посмотрим, можно ли его достать. Попробуй на дальше. Держись, мы разберемся. Блять. Не могу двинуться. Все будет хорошо. Отнесите меня. Достанем его врасплох. Отвлеку на себя огонь, а ты его прикончишь. Держись, кого дружище? Его-то, блядь? В безопасности. Мы займемся снайпером. Да, сам пули получил. Классно. Снова нас шпиговали. Он не один. Ясен хер, что не один. Это что? Блять, что за хуйня? А почему меня шпигуют с двух сторон-то? Ты где, блять? Говорят, я прикрою тебя. Прикрывальщики, блять. Я знал, что вы такие прикрывальщики. А это там сидит, блять, на входе. Заебаться тебе здесь, как нормально? Готов взять патроны. Красавчик. Мужчина. Настоящий. Говорит, я тебя прикрою. И там сидит. За мной! Давай лучше этот. Или этот лучше. Давай снайперку.
Она вроде помощнее. И пованшотнее. Идем! Идем, да. Да. Надеюсь, наши парни уже там. Угу. Ты спас мне жизнь! Я перед тобой в долгу! Пошлите быстрей! Стрельба! Нет? Наши парни должны быть ближе! Скорее! Не зря взял снайперку. Перезарядочка. Найти точку сбора. Выходи. Ну выходи. Да господи, какие вы долгие. Он там в окне сидит. Почему я не попадаю-то? Непонятно. Есть, сэр. Я же там попадал как-то, во. Я никого не вижу. Мне бы патронов, сэр! А, пойдем так чистить. Понял. Правда, не видно ни хера. Полетела граната! Так, ладно, я захожу. Короче, можешь снайперку достать лучше. Вот так-то получше будет. Блять, только из прицела стрелять. Только из прицела, по-другому никак. Ну, ты чё? Бросаю гранату! Так, берем этот. А я, как понимаю, на второй этаж. Выдвигаемся. Это был последний. Хорошо, Дэниел. Отряд, собираемся у моста. Будем удерживать мельницу. Когда Бирсон подойдет, выдвинемся к точке сбора. Так точно, сэр. Неужели снова мост? Дай патроны. Снайперы, в укрытие. Ответный огонь. За гранатами и ко мне. Противник прямо по курсу. Перезаряжаю. Не вижу. Заряжаю. Идем по одному. Куда идем-то? Как бы сказали, что снайпер на 11. Нет! Себе оставь. Они открыты. Правда, я промазал, но мне засчитали попадание.
О, так. Ох, ебать. Это хорошо. Мы отбились. Будьте начеку. Пытаемся Пирсона и идем к точке сбора. Стайл, Дэниел, за мной. Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм. Если он не прошел мимо и не взял его сам. У него не хватает людей. Ему это не мешало. Я сказал здесь. Значит, ждем здесь. При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Нутром чую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии, если бы я им руководствовался. Точно. Вы слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине? Похоже, история повторяется. Надеюсь, нет. Я хочу узнать, что там было. Да. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Но я знаю, кому нет. Все, что ли? Нам было приказано уничтожить немецкую артиллерию. Но если Пирсон видит брешь, он лезет в нее сам и плевать на отряд. Между ним и Тернером назревает конфликт. Боюсь, дальше будет хуже. Нормально будет. Совершить подвиг один я совершил. Все-таки один подвиг за мной есть. Вот такая серия получилась, ребята. Вот такая фабрика смерти мы с тобой прошли. Задача 493. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии по темному высоту 493. Всем до встречи, всем пока.